Перед школьниками, учащимися колледжей и вузов, выступают представители топовых российских компаний. Они презентуют пилотную программу наставничества, практик и стажировок от благотворительного фонда АФК-система при поддержке МТС. Сегодня запущены тематические стажировки, которые мы будем делать вместе с МТС, Citronics Group, с агрохолдингом «Степь», с компанией «Бинофарм». Вместе с тем, это не закрытый перечень, и мы приглашаем образовательные организации, будь то колледжи, будь то вузы, к разработке тематических стажировочных программ, программ практик, которые помогли бы молодым людям выбрать свое первое рабочее место, выбрать ту свою первую компанию, с которой они начнут свое профессиональное развитие. У ребят большой выбор. Можно пойти по направлению IT и телеком, высокотехнологичная лесная и агропромышленность, биотехнологии и фармацевтика, медицина, электронная коммерция, строительство и гостеприимство, финансы и ритейл, менеджмент и маркетинг и другим. Но мы прежде всего ждем ребят, которые занимаются разработкой, инженерным вопросом, который помогает развивать новые технологии, заинтересованные в том, чтобы связать свою жизнь с искусственным интеллектом, с облачными вычислениями, с интернетом вещей, с большими данными. Все эти стеки, новые направления, которые сегодня развиваются в экосистеме МТС. Пройти стажировку можно и очно, и онлайн. К участию в том числе приглашаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. А самые перспективные смогут получить еще и финансовую поддержку в рамках недавно запущенной фондом и МТС стипендиальной программы. Там и тестирование, там и либо необходимо загрузить проект, либо решить бизнес-кейс. И на конкурсной основе будут отобраны стипендиаты, которые в течение, в общем-то, календарного года будут получать добавку к своей такой государственной стипендии. У тех, кто успешно пройдет стажировку, есть все шансы остаться работать в компании группы АФК-система. Отбор на участие в программах проходит на онлайн-платформе «Лифт в будущее».